Всем привет, подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, я, Волк, и мы продолжаем играть в Сталкер. У нас третий час ночи, у меня выключен свет, одеты наушники, и мы заходим в лабораторию X18. Да, вот такие вот у нас дела. Так что вы тоже надевайте наушники, чтобы вам было так же страшно, как и мне. Так, ну что ж, давайте войдем. Сейчас у нас будет переход на другую локацию, так что сейчас, наверное, запись остановится, и потом мы уже продолжим. Так, и мы в лаборатории. Как это печально не звучит, надо сохраниться сразу же, потому что это я знаю, что это такое. Так, сейчас будет реально жутковато. Это, наверное, одно из самых жутчайших мест в игре, похлеще, чем даже выжигатель мозгов, я думаю. Здесь всякие звуки нехорошие. Найти код к двери. И сейчас начнется веселуха. Как вы догадались, код к двери мы так просто не найдем. Так. Тут у нас ничего нет. Блин, реально жутко в наушниках играть, это просто капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, блин, капец вообще. В такую задницу залез. Ой, радиация там просто. Блин, эти листочки. Я чуть не умер от страха. А, точно-точно. Я помню это. Тут же у нас полтергейст. Фу, у меня аж мурашки по коже пошли. Давно я так не пугался. И самое что печальное, я не помню, где он. Ага, я... Да, точно, там у нас эта летающая фигня. Так. Что ж, давайте сходим сначала туда. Здесь надо проскочить как-то, я помню. Вот там вот. О, снорки. Привет. Давно не виделись. Зажаренный снорк. Ну что ж, я сейчас опять сохранюсь, и мы попробуем туда пролезть. Так, ну что ж, с богом. Так. Черт, у меня сейчас опять начнется. Так, вон еще артефакт. Да, у меня опять начался перегруз, и надо что-то быстро съесть. Так, где она там? Ах, черт. Да, ё-моё, я опять перегружен. Что ж ты будешь делать-то, а? Ну давай, давай же что-нибудь. Хоть что-нибудь. Так, от него ничего нету, но зато мы взяли артефакты. Все. Ух. Ух, мы это сделали. Это было жестоко, но мы это сделали. Что это за артефакт такой? Вспышка, выносливость плюс 73. Мне кажется, это то, что как раз нам нужно. Да, наденем-ка моего. Ничего особо не меняется, но думаю, что когда будем бегать, изменим. А, точно-точно, чуть не напоролся на эту штуку. Надо ее обходить. О, ёпт. Как же мне здесь пройти? Это между ними нужно. Ах ты! Вот собака. Чёрт. О, нога с норком. Так. Кажется, пробрались. Хорошо. Я не помню, что нас здесь ждет. Я вообще не помню этого места, если честно. Зато у нас здесь задание. По-моему, у нас здесь
дофига этой горящей фигни, да. Черт, хрена не видно из-за тебя. Так. Кажется, здесь безопасно, да? Это у нас мертвый ученый. Так. Отлично, коллега. Я рад, что вы получили доступ второго уровня. Наконец вы узнаете, чем занимается наша лаборатория. Ваш код доступа 1243. 1243, хорошо. Фух. Прошли. Так, ну что ж, это были только цветочки. Мы нашли только код. А сейчас нам нужно будет идти в саму лабораторию, в которой будет вообще неприкольно. Так, там мы были уже. Так, я не помню, что здесь. По-моему, здесь тоже ничего особенного нету. Так, это все нам не нужно. Подствольник. Подствольник давайте возьму. Он, в принципе, не так часто встречается. О, смотрите-ка. Комбинезон монолита. 10 тысяч, а наш 15 тысяч, да? Ну-ка. Пулестойкость 22. Мы наденем. О, этот комбинезон получше будет, смотрите-ка. Ну, просто наши костюмы уже покоцаны, поэтому нам придется надеть его. Так, ну хорошо, видите, костюмчик нашли. Тут где-то тайничок, видите? Надо тоже его облутать. Блин, как же тут жутко. Я просто не могу передать. Три твою налево. Новый костюм. За тебя. Блин. Сколько же здесь этих аномалий, просто купец. А, это, похоже, обходной путь, да? Ладно, значит, тогда уходим отсюда. Так, все. Да, уходим отсюда. Здесь мы все собрали, все, что можно было. И теперь. Ну только непонятно, где наша нычка, я так ее не смог найти. Ну там ее просто не было, вы сами видели. Наверное, она дальше просто. Так, а тут у нас что такое? Так, студень. Какая-то богом забытая комната. Не знаю, она мне не нравится. Так, какой у нас там код? 1243, да? 1243. Хорошо, так, давайте сохранимся и продолжаем. Полтергейст, ты там как, веселишься? Я тебя помню, Полтергейст. Ты такой засранец, я помню тебя. Вот видите? Ну давай, давай. Ну. Не хочешь? Сейчас он начнет кидаться нас этими ботичками, блять. Извиняюсь за выражение. Ух ты, ёшкин! Отвали, отвали от меня, сказал. Где ты? Давай, покажись, засранец. Куда он улетел? Здесь летает сволочь такая. Ага. Вот так от тебя. Получи. Больше не будешь знать, как кидаться в меня всякими предметами. Так. Можно, в принципе, почитать про него. Давайте. Не понял. Что за... Кто в меня кидается? А, тут же еще. Тут же есть еще этот. Да, там дальше еще один будет полтергейст. Я бы даже сказал, не полтергейст, а... Ну да, полтергейст, только немного другой. Огненный. Ну, вы его потом увидите. Так. Трончики, пожалуй, возьму.
все. В принципе, уходим отсюда. Здесь ничего больше интересного не будет. А, так тут еще. Так, дневник. Карта, контакты, статистика, энциклопедия. Вот. Животные-мутанты. Странно, но у нас почему-то его нету. Здесь, ну и ладно. Так, еще один. Да что ж такое-то? Сколько у вас тут? Еще один. Тут какой-то спаун их просто. Они здесь что, нескончаемые? Что за бред? Ёкарный бабай. О, я слышу нехорошие звуки. По-моему, это... По-моему, это псевдогигант. Да, точно, он же здесь есть. Я совсем про него забыл. Чёртов псевдогигант, сейчас придется потратить на него большую часть своих патронов. Так, здесь столько ответвлений, что просто пипец. Я уже забываю, где я был, а где нет. Так, тут я был, нет? Кажется, да. Конечно, здесь жутковато, но все-таки интересно побывать здесь везде. Ух ты, смотрите, какие механизмы, какие-то тумблеры. Вообще круто. Блин, полтергейсты здесь реально спаунятся просто. Им уже насрать. Но благо, что они просто в меня не могут ничего мне сделать, в принципе, ничего такого сильного. Они могут, конечно, в меня покидать всякие. А, да, вот это мне нравится. Это вообще, конечно, круто. Кто-то выломал дверь. Я когда первый раз это увидел, я просто реально обосрался. Ну, ничего, ничего. Не переживайте, вы тоже его скоро увидите. Ну, для начала нам нужно сходить вот сюда. Слышите этот звук? Это он. Привет. Что ж, это оказалось, в принципе, не так трудно, как я думал. Блин, полтергейсты задрали. Реально просто задрали. Так. Ну что ж, мы его угрохали, в принципе. И теперь можем спокойно здесь осматривать все. Блин, да пипец, эти звуки. Вы хотите мне что? Чтоб я тут умер вообще? Я ж не могу, когда страшно. Я не люблю, когда страшно. Просто жесть. Реальная жесть. Ладно, здесь у нас, похоже, ничего интересного нет. А, нет, подождите-ка. Да, точно, вот же. У нас тут здание, ничего интересного нет. Получили код доступа к... Ну, вы поняли, да. К той двери, которую кто-то пытался вышибить. Давайте посмотрим, что у нас тут. У нас еще один комбинезон. И меня кто-то опять обстреливает ящиками. Так, он такой же, как у меня, только новый, поэтому этот выбросим. Кристалл, кстати, точно, я забыл совсем про этот. Блин, прикольный такой, красивый. Пулестойкость, ночная звезда. У нас уже столько... Ёп, корней. Вот, и что мне прикажете делать? Будем жрать антирады.
Так, у нас уже столько артефактов, просто пипец. Когда я дойду до нашего дорогого ученого, я ж просто золочусь. Так, все, наконец-то мы можем открыть эту дверку. Конечно, как бы мне этого не хотелось сделать, но мне нужно это сделать. Давайте я сохранюсь. Так, я забыл. 9-5-2-4. Ага. 9-5-2-4. Вдохнули глубоко. Как же здесь неприятно. Так, и вот, собственно, наш полтергейст. Ах ты. Ну давай, давай, где ты? Давай, вылазь. Так, тут у нас тоже вроде есть кое-какое добро. Нычка, которой у меня нет. Патроны. Ну да, это все мне не особо интересно. Гранаты тоже, в принципе, мне не интересны, так как у меня перевес. Поэтому идем убивать нашего полтергейста. Собственно, а где он? Эй, чувак, ты где? Твою дивизию. Так. Вот, мы его убили. Жесть. Мы его убили, и что-то нереальное происходит с нами, и мы падаем в обморок. Так, ну, собственно, это было наше первое воспоминание. Группа 1 и 2, проверить первый этаж. Группа 3, главный зал. Четвертое и пятое, второй этаж. Так, ну, в общем, это было наше первое воспоминание. Как мы уже могли бы догадаться из этого воспоминания, это то, что мы, собственно, и есть стрелок. То есть мы являемся одновременно и меченым, и стрелком. Но пока что еще непонятно, почему это и как это произошло, но тем не менее мы это узнали. Так, ну что ж, и теперь мы забрали наши документы, которые нам нужны будут для прохода к выжигателю мозгов. И теперь мы еще узнали о том, что военные сюда пришли, которые тоже хотят забрать эти документы. Но мы им, конечно, не дадим это сделать, и сейчас я сохранюсь, и мы попытаемся от них отбиться. Так, ну что ж, давайте, братки, посмотрим, кто у нас тут, кто кого. Сколько я помню, их тут будет сейчас до хренища. Но так как бегать я не могу сейчас, я в очень хорошем положении. Так, Абакан. Абакан мне не нужен. Так, кого ты там крушить собрался? Или ты сказал, как ты думаешь? Так, еще там кто-то. Хорошо, бежал, молодец. Мне же все равно придется тебя убить. Так, полтергейст, ты бесишь. Так. Ну что, это все? Всего лишь два военных. Да, и вы пытались меня убить двумя военными. Ну хотя нас сейчас еще будет несколько ждать на выходе. Точнее, на входе. Здесь наверху. Так, отключаем фонарик, он нам больше не понадобится.
мы выходим. Сейчас опять Ой, блин. Сейчас опять прервется запись, и мы перейдем на обратно в мир нормальный. Уйдем из этого ада. Так, и мы. Мы вернулись на поверхность, наконец-таки. 032-й. Набрасывай свои на крыше. Как понял? 032-й принял. На крыше, так на крыше. Крыша, так на крыше. Вечный. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Хорошо. Так, ну что ж, не хочу я с ними связываться. Это долго, и все равно мы перегружены. В принципе, нас... Так, ну, убиваем несколько бандитов. Так, и идем обратно на свалку. В общем, я как не люблю военных, так и не люблю бандитов. Поэтому убиваю тех и других. Так. Воу, 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 воу. Опасно. Стреляет. Мне, конечно, смешно, на базу бандитов напали военные, это смешно звучит. Так, а это у нас что такое? Я не помню этого. Я тут, по-моему, и не был ни разу. Что это за место? Опа-на. Это наш чувак? Ну-ка, давайте-ка сохранимся, мало ли. Так, ну-ка, по-моему, я здесь ни разу не был, потому что сколько раз играл я... Вот, блин, какой раз 10 пришел, наверное, эту игру, и до сих пор нахожу для себя что-то новое. Тут я, например, ни разу не был. Кстати, здесь есть тайник, смотрите-ка. Ну-ка. Сейчас я, конечно же, буду перегружен, да? А, нет, не перегружен, смотрите-ка. Так, слушай, классная пушка нужна. Я возле янтаря нашел кое-что. Тайник там был, одним словом. Среди всякого там гауссов лежал. А, так это как раз те ребята, которые... Помните, нам повстречался там этот полумертвый мужик, который сказал, что здесь есть кто-то, кто продает гауссовку. Вот они, это, наверное, они и есть. Отлично, тебе доложу штуку. За 100 метров любого наповал. Могу вступить, если интересуешься. За 800 всего через 2 минуты вынесу. Ну что ж, я сохранился, в принципе, давайте попробуем. Держи деньги. Отлично, подожди здесь, я сейчас вынесу. Так, ну что ж. Что с травой? Какая-то она странная. Так, ну что ж, ждем. Надеюсь, он нас не надует. Ах ты тварь поганая, ну хорошо, ты сейчас за это заплатишь. Вали отсюда, пока цел... Так, знаете что? Я сейчас загружусь, короче, и не буду им отдавать свои деньги, и просто... Ну, вы поняли, что я хочу с ними сделать. Так, вот твари поганые. Ну вообще, сейчас вы меня за это получите. Ещё у меня к тебе тоже деловое предложение. Ствол на плечо, мужик. Ну, ты одиночка, так что мне пофигу. Это вам за мои деньги. Так, а эти даже не заметили, да? Ну и хорошо. Тайник в машине.
А у тебя? Ну, конечно же, у тебя не будет гауссовки, да? Ну да, как я и думал. Так, давайте еще раз сохранимся. И посмотрим, что здесь такое. Так, чуваки. Так, ты ничего не дашь. Ничего. В общем, понятно. У них за спинами обычное оружие. Никакой гауссовкой не пахнет. Калаш. Калаш. Да. В общем, нас надули, чуваки. Ну ладно. Пойдемте дальше. Ну, в принципе, было смешно. Нас так легко надули. Сказали, типа, гауссовку надержи. А я такой, типа, ну, на, деньги. Уж прям обрадовался, думал, что сейчас дадут пушку крутую. Наивный. Блин, эти звуки, они меня просто выносят. Так, сейчас опять будет переход на другую локацию. Так, мы перешли. Там кто-то, кстати, идет. Ну, в смысле, я имею в виду дружбаны наши. Подождите-ка, ну-ка. Может, там что-то полезное есть? Чуваки, вы откуда? О, смотрите, там тут у нас что-то лежит. У нас тут броник. Ну, блин, если бы я знал об этом раньше, сейчас мне он уже не нужен, конечно же. Абба-ба-да. Так, ладно. Идем. К Сидоровичу. Или нет? Здорово, вечный. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклевывается. Так, ну что ж, придется опять к Сидоровичу переться. Задолбали. Поломали мне костюм. Ну давай, кто еще там хочет? Не люблю я убивать собак. Как-то это нехорошо. Нехорошее дело. Ну, блин, делать нечего. Так. Какое у него там дело к нам? Я что-то тоже не помню этого. Дело. Фиг его знает. Меня только бесит то, что я до сих пор перегружен. Чего? Опять? Откуда вы тут? Бандиты взялись. Я же вас всех развалял еще в начале игры. Разве нет? Так, такие звуки, как будто у кого-то буксует машина. Я, конечно, все понимаю, но это странно. Так. Ну, у них, как всегда, ничего нет. Бандиты есть бандиты. Так, ну сюда идут наши чуваки, так что, в принципе, мы, наоборот, сделали хорошее дело, что поубивали их заново. А то бы пострадали наши пацаны. Так. И нычек еще целую кучу раздобыли. Тоже ничего. Кстати, насчет нычек. Мы живем просто только на этих ускорителях. Я бы умер без них, наверное. Блин, это крыша, да? Вот так и знал, что там будет этот сейчас. Чё ж я его сразу не взял-то? Так, где он там? А, на крыше. Еще выше, да, точно.
Мы же тут были, по-моему, в первой серии или во второй. Во второй, по-моему. Так, ну что ж, еще один артефакт. Блин, я даже не знаю, смогу ли я их донести до Сахарова. Не уверен я уже. Наверное, придется продавать какие-то бармену. Сидоровичу я продавать ничего не буду. Я знаю, он жлоб еще тот. Ну что ж, сейчас будем медленно-медленно плестись к Сидоровичу. Так, и мы вернулись в деревню новичков. Здесь все по-прежнему, но мы уже такие довольно-таки раскачанные сталкеры. И здесь все не так, и ничего и не изменилось. Эй, Мечер, ничего. Сейчас, секундочку, я тут пройдусь. Ой, чувак, что с тобой? Ты чё? А, похоже, он просто лежит. Чуваку плохо, понос, наверное. Еще целая куча аптечек. Я уже не знаю, куда их девать прям. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Так. А, здесь что ли? Что-то я не пойму. Как нычки пробраться? Эй. Эй. А, вот оно что. Ну, смотрите-ка, я тут даже и не был, по-моему, тоже ни разу. Ой, вот я, конечно, вообще с ума сойти. Ни разу здесь не был. Вообще, вот сколько играл, первый раз, честное слово, клянусь. Что-то никак не доходило сюда залазить. Ну, в принципе, там особо такого ничего нету, если там не будет нычки. Но, тем не менее. Так, Сидорович, неужели я дошел? Привет. Вернулся? Да уж, вернулся. Ну что, был в X18, документы принес. Был, вот они. Так-так, ага, а вот это очень даже интересно, расскажу, не поверят. Огу, о как, ты смотри, даже и не предполагал такого, как все запущено то. Ну ладно, держи обратно, это все нужно отдать бармену, а тебе за труды почитается. Так, ну понятно, в общем, ты ничего не понял. Чё, 2000? Да ты издеваешься. Ты бы еще консервных банок насобирал. Понятно. Ну, проветришься, заходи. Теперь я ничего не продам, я понял. Так, почему у нас задание все равно продолжает на нем быть? Странно. И что-то стоящее. Так, а, вот, в общем, тут такое дело. На блокпост из глубины зоны передали ящик с отчетом одной из экспедиций, что к северу ходили. Днем охраняет вот так, будто он чистым плутонием наполнен. А по ночам почему-то не больше двух охранников оставляют. Продолжай. Проберись втихаря на блокпост, да изыми для меня этот ящик. А уж я для тебя ничего не пожалею в разумных пределах. Возьмешься, нет? Ну, попробую. Так, ну понятно. Ну, теперь нам еще нужен ящик. Удачной охоты, сталкер. Ладно, думаю, что на этом я серию закончу, потому что действительно уже долго идет. Так что всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Волк. Всем пока и до встречи.